От послания президента Федеральному собранию председатель Якутского регионального отдела общества «Россия-Япония», член Общественной палаты Якутии Николай Барамыгин ожидает предложений по улучшению отношений со странами Восточной Азии, а в частности дальнейшему развитию Дальнего Востока. Вот как он прокомментировал это нашему телеканалу. Я считаю, что путь, который определили на переговорах Владимир Владимирович Путин и Синдзо Абе вот, в Японии и в прошлом году, о том, что после окончания Второй мировой войны прошло более 70 лет, и пора закрывать эту страницу в отношениях между Россией и Японией. Надо стремиться к заключению мирного договора и увеличивать сотрудничество, в том числе в экономическом плане, между Японией и Россией по развитию Дальнего Востока России. Я думаю, вот этот путь обязательно будет отражен в выступлении Владимира Владимировича Путина.